Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Банчакалпадаруващакипасиндубевачу Патитанам Павуне Бхавишнабхибхьо Наму Нама Мукангкароти Вачалам Пангум Лангхайтигирим Яткипатамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Като Пудеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Хадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодбарана Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчудухам Титасвадам Сива Виринчанутам Сараньям Биттатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ядпад паллаванака чандамани чатая Биспуржита кимапикупаваду свадарш Пурнану рагараса сагараса арумурти Сарадхикамай кадакипам карош Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджан Ламбита Бхужау Канака Бодату Санкетанай Капитару Камала Йотакшо Вишам Барудья Бару Джугадар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Муктин Чадада Синитам Бхабан Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманонга Мадапхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджашва Падане Лакшмир Джасача Вакшаши Ясастахиде Самбир Твам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Джавате майя пришта брамам иха карма бхи. Тават бхават прасангьянам сангушат на бхаве бхаве. Джавате майя пришта брамам иха карма бхи. Тават бхават прасангьянам сангушат на бхаве бхаве. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что для подлинной проповеди Гаудия Вани, Читания Вани я могу опуститься на любой уровень. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что ради проповеди Шичитания Вани я могу снизойти на любой уровень. И таких слов мы не можем ожидать от саду. Это невозможно. Мы не можем ожидать таких слов от саду. И действительно, это подобно революции. Такое революционное высказывание. Мы не можем ожидать таких слов от саду. Это действительно так. Но мы можем ожидать такие слова от Махамаха Саду, великого святого. Мы можем ожидать такие слова только от него. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что те, кто по-настоящему находится на пути Радха-Ануга-Ати, те, кто Рупануги, для них, только для них, такие слова они могут произнести. Я знаю, обычные люди не понимают, что такое Харибаджан, кто такой саду, каков признак саду, какие качества саду. У них нет представления об этом. Особенно те, кто приходит новенькие, для них это практически невозможно понять. Те, кто слушает Харикатху долгое время, без всякого лицемерия, с настроением служения, они могут осознать что-то. Люди могут сказать то, что Шрила Прабхупад критик, слишком какая-то критическая личность. Он пришел, чтобы обмануть нас. Люди могут говорить так, поскольку каждый может говорить все, что хочет. Вот кто-то может говорить, что Шьям Баба критик, говорит как-то жестко, что он не саду. Но что большего я могу ожидать от вас? Я искренне, я не обманываю вас. И что я могу ожидать от вас? Я слышал то, что в тот день, и вот несколько дней назад было мероприятие в честь одного ачарьи, в честь его саньяси, и вот там один был приглашен какой-то махарадж, который уважает меня внешне очень. И там я слышал от одного преданного, что там какой-то саньяси сказал, что проповедь, которую совершал тот ачарья, она более важна, чем проповедь Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Вот я слышал такое. Один саньяси сказал там, но и тот саньяси, который меня уважает, тоже был там, и преданные какие-то были, те, кто слушают Харикатху от такого, как я,
они были обеспокоены и ушли из этого места, слыша такую ересь. А в то время как Махарадж, сидящий там, не возразил ничего. Если я бы был там, что бы я сделал? Какова моя обязанность была бы? Я бы выгнал этого человека, который сказал такую ересь, вон. Погнал бы его веником, но тот Дугу Махарадж слышал, он вроде бы смирение выражал, и поэтому ничего не делал. Вот я бы был бы там, я бы себя совершенно по-другому вел. И вот если мы слушаем такое вот на различных собраниях, то какое улучшение нашего баджана мы можем ожидать? Как мы можем увеличить качество нашей духовной жизни? Можно вспомнить, поэтому я начал с этой шлоки, которую произнес. Вритасу. Джавате майая пришта брамаму ихо кармави тават бхават прашам гьянам санго шатно ваве ваве. It is a request. Это просьба, честная просьба Вритасура в адрес Верховного Господа. О Прабху, согласно моей карме, я буду скитаться по различным мирам, но моя просьба — сделай так, чтобы я смог обрести саду-сангу. Пожалуйста, организуй подлинную саду-сангу для меня. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит под именем саду-санги. Те, кто получают асад-сангу, такие люди будут сурово наказаны. Но можно видеть, что кто-то стремится к различным целям, лапхи, пуджи, пратишти или просто поесть. Но в тот день я говорил, что Джагатананда Пандит сказал, вот это на бенгале, но я на английском скажу, что тот, кто, если кто-то бегает здесь и там в поисках почета, славы и уважения, то такой человек никогда не обретет Кришны. И вот этот термин значит, те, кто стремится удовлетворить свои органы чувств. И вот те, кто не могут контролировать свой язык, то автоматически все другие органы чувств, нос, глаза, живот, половые органы, они также не контролируются. И они все на одной линии находятся, как все выключатели. Если один, если язык, например, мы не сможем контролировать, то все остальные органы чувств, они также выйдут из-под нашего контроля. И также Джагадананда Пандит говорит, те, кто стремятся удовлетворить свои органы чувств там и здесь, они никогда не обретут Кришны. И вот вопрос мой, почему я не строю никакой храм нигде? Какова причина? Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж знает это. У меня есть храм моего Гурудева, но все же я никогда не хотел строить какой-то храм, поскольку если я организую какое-то общество, там обязанности возникнут, какие-то общественные эти долги, что нужно приглашать кого-то будет, а приглашать особо некого, и нужно терпеть все, что происходит там. Я, конечно, могу потерпеть, но если я хочу защитить Сидданту, сейчас это практически невозможно. Если я
не смогу защитить Сиддханту в первозданном виде, то я не имею права действовать как ачарья. Передо мной кто-то, если говорит какую-то ересь против Шилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, и если я не могу возразить что-то, как это возможно, какой же саду или ачарья, или просто смиренный человек из этого, как получится, это невозможно. И вот чтобы избавиться от всех этих обязательств, вот Шрила Бхактивиданта Вамана Гасая Махараджа или Шрила Санта Гасая Махараджа не было на этом собрании, они могли бы возразить, дать должный ответ. Ваман Гасая Махарадж, для него это было возможно. Вот в своем матхе, когда происходила какая-то дарма сабха, он помнил все, что кто неправильно сказал, и это все исправлял. Он был сабхапати, и последнее слово его было, и он все исправлял то, что кто-то сказал неправильно. И так все поняли, что, понимали, кто что говорит неправильно. А сейчас люди под видом смирения не говорят ничего, если кто-то говорит какую-то ересь. И вот если человек, то есть не возмущаться и не прекращать такую ересь, это не смирение. Уттама бхакти – это абсолютная бхакти. Уттама бхакти – это не что-то несерьезное. И вот есть много вещей, которые нужно обсудить. И вот слово «анукулина», я хочу сказать об этом. И вот под руководством Радхарани, если мы будем совершать нашу преданность, нашу бхакти, это, тогда это зовется Анья Пилаш, это Шунья. И вот под руководством Радхарани, если мы вот это совершаем бхакти, это зовется Анукулина бхакти, абсолютная бхакти, но сейчас я не знаю, может ли подсчитать. И вот перед тем, как начать говорить на главную тему о Шриле Прабхупаде и его Радхадасе, чтобы понять это все, основу, если мы не понимаем, то мы не сможем понять настроение Шрилы Прабхупады. То утверждение, с которого я начал, Шрила Прабхупада сказал, что ради подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани он сможет снизойти на любой уровень. И это, эти слова Шрилы Прабхупады, они доказывают Радхадасе. Шри Чайтанья Махапрабху, значит, Радхарани Бхава в нем есть полностью. И вот это утверждение можно ожидать только от Шрилы Прабхупады Бхактинон Такура, те, кто уже находится на пути Радха Анугати. Полной, причем не просто Радха Анугати, а Радха Анугати в полной ее красоте. И вот я хочу показать вам настроение Махапрабху, что Махапрабху хотел сказать. Шри Чайтанья Махапрабху, что он хотел сказать нам, можно вспомнить. Махапрабху никогда не позволял никакого осквернения бхакти. Не, если кто-то что-то писал, сочинял или еще что-то делал, Махапрабху никогда не хотел слушать Сиддханта Виродхара, Сабхаса и прочие ереси. Махапрабху очень гневался, когда слышал такое. И вот, вот эта шлока, в ней говорится, что Махапрабху очень гневался, когда он слышал
какую-то апасиданту, и поэтому правило было такое установленное Махапрабху. Если кто-то приходил с какой-то сиддантой, поэзией или вообще с чем-то, сначала он должен был это все показать Сваруп Госвами, и потом после этого, если Сваруп Госвами одобрил, то тогда Махапрабху смотрел бы на это. Но не перед этим. Сначала Сваруп Госвами должен был все проверить. И вот через эту процедуру мы также узнаем, что любая сиддханта, ну, в общем, если кто-то что-то сочинил, то Шрила Прабхупад много раз говорил, что на такие собрания не нужно ходить, где неправильно все происходит, пускай они умрут. Это их дело, а кто нам поможет, если мы заразимся этим осквернением? И вот если вы хотите спросить, как совершать Иштагоштхи, но мы не знаем значения Иштагоштхи. Иштагоштхи значит, если наш Ишта, Гауранга Махапрабху, наш поклоняемый Господь, и ваш поклоняемый Господь, Гауранга Махапрабху, и его Иштадев, также Гауранга Махапрабху, и если мы хотим служить им всем сердцем, так или иначе могут быть какие-то разницы во взглядах, небольшие, это не проблема. Но основа, если наши цели, они одинаковы или практически одинаковы, то в этом случае Иштагоштхи, это слово применимо. Это слово Иштагоштхи применимо только в этом случае, если кто-то стремится к женщинам, кто-то к славе, кто-то к почестям, кто-то просто поесть любит, то если такие люди собираются, то это не Иштагоштхи получается совершенно, просто собрание какое-то. Я не могу потерпеть такого, поскольку если вы верите мне, если вы слушаете Харикатху, если вы чувствуете, что вы получаете всю сиддханту от Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, то мой вопрос такой, я вот вчера с преданными говорил, что, например, если есть один пациент, больной человек, и лечится у 10 докторов одновременно, то что случится в этом случае? Если есть один пациент и 10 различных докторов советуют ему, что делать, то что случится с этим пациентом? И также я боюсь вот такого случая, как, например, и сейчас нет Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа или наши Гурварги, все они ушли. И я не могу надеяться, что если вы будете слышать какую-то подлинную Харикатху Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, и потом услышите что-то противоположное, то можете ли вы опознать, где правда, а где ложь? Но не все могут отличить, и поэтому не все могут почувствовать, что какая-то сиддханта, она неправильная. Если кто-то слушает какую-то ересь против Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, и даже если некому возразить на это, то в этом случае все сукрити, их бхакти, все становится нулем. Только потому, что есть еще люди, просто политикой занимаются, просто ходят везде в гости и не возражают против никакой ереси, которая может происходить. Но это глупо. Просто носить шафрановую одежду, этого мало. Нужно еще и делать что-то. Сейчас, к сожалению, стандарты очень опустились, но чтобы защитить сиддханту, это моя обязанность полностью защитить процедуре, которую я следую. Если кто-то не хочет следовать этой процедуре, я могу выгнать его, пускай слушают где-то в другом месте, это ваше дело.
если я защищаю эту процедуру, которую я следую, и вот эта процедура очень сложна, и я должен избегать всего осквернения, и как Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, вы и вот, в общем, если кто-то садит какие-то семена в своем огороде, но забывает защитить свои посевы, построить забор вокруг, то всякие козы, или быки, или коровы, или еще кто-то придет, может сожрать все ваши посевы, и ничего не вырастет у вас в итоге. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж говорит, что если вы не защитите ваш огород, то вы не можете ожидать должного результата, поскольку могут проблемы какие-то в процессе возникнуть, и особо Шрила Вишванатх Чакраварти пишет в Матхуре Кадамбе немного прекрасных вещей других. Он описывает, какие уровни проходят преданные. Сейчас кто-то на начальной стадии находится с санартхами и прочим, и мы не можем ожидать, что мы ходим на какие-то собрания, и наши анартхи уходят. Обычно наоборот происходит, только новые анартхи приходят, и они могут стать причиной нашего падения. И вот если мы слушаем какую-то ересь против Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, и вот мы не можем ожидать, и мы должны предостеречься от того, что мы слушаем, какую сиддханту, и мы должны общаться с единомышленниками, те, кто хотят также слушать подлинную Харикатху, и они, конечно, могут собраться и обсуждать что-то между собой. Можно вспомнить Мукунда, он спутник Гуранги Махапрабху. Мы такую лилу находим в жизни Мукунды, что Мукунда, он иногда ходил там и тут, чтобы участвовать в каких-то тех или иных праздниках. Махапрабху очень разгневался и не хотел даровать према бхакти ему. И вот Махапрабху раздавал прему, но не Мукунде, и преданные просили, чтобы тот ему милость свою дал. Но Махапрабху сказал, нет, он Карджатия. Карджатия — это бенгальское слово, значит, такой человек, который постоянно на компромиссе идет со всеми. Мирится, приспосабливается ко всему, но так глупо относительно чистой преданности, чистой сиддханты. Это слово неприменимо. А если мы это делаем, показать, чтобы мы смирены, то это плохо. В то время как Махапрабху говорит, это сиддханта Махапрабху, что Мукунда иногда ходит здесь и там, и как хамелеон меняет свой цвет, убеждения. Я слышал от Гурварги из Голи Харибол такое понятие. То есть люди не понимают, о чем говорят, только Харибол говорят, всем поддакивают. Понимают или не понимают, они не думают об этом. И вот такие вещи не позволяются Махапрабху. Мы таким образом оскверняем поле преданности. И вот Махапрабху хотел избежать его. Можно вспомнить, Махапрабху избегал его, и Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, что те, кто носит тилаки малы или принимают прибежище у каких-то гуру, следуют экадыши, совершают дама парикрамы, но результат они не получают. А почему? Из-за своей глупости они не понимают тех ошибок, которые они совершают. Они не понимают основных ошибок, которые они совершают под именем сатсанги, не совершают о сатсангу, а оскорбления, кто может вести их, кто может помочь им. И кому же можно поверить сейчас, здесь и там различные гуру.
И кому же можно поверить? Если вы не можете поверить чистому саду, то кому вы можете поверить? А кто такой чистый саду? Каковы его признаки? И поэтому я говорю все эти сокровенные вещи. Это основа, если вы понимаете о преданности, о чистых саду, о признаках, что такое харикатха. Люди могут, конечно, говорить что-то плохое обо мне, что я бессердечен, тот и этот. Что критикую кого-то, люди, конечно, говорить могут, но я уверен, что в тот или иной день, если они достаточно удачливые, то они поймут, что нет, что я был прав, что я хотел помочь им, предостеречь, спасти от опасности. И вот кто может сказать, что операция может быть какая-то слишком безболезненная или сладкая? Если доктор, он делает нам какую-то операцию, обычно это больно, даже несмотря на анестезию. И вот многие боятся этого лечения, но кто может сказать, что... Операции, как правило, часто болезненные, но последствия, как правило, хороши. Через какое-то время мы почувствуем, что мы избавились от нашей болезни, и поэтому те новые люди, которые приходят и прочие, они полны вожделения, жадности и прочих анарт, и как они могут понять, что я люблю их или нет. Они не могут этого понять. И вот как ребенок не может понять, что мать любит его по-настоящему или нет. У детей нет такого полного сознания, они не понимают. И даже когда ребенок вырастает, и можно видеть, что иногда дети даже пинают или как-то боль причиняют родителям. У него этот опыт есть. Махараджи видел, что какие-то дети угрожают, бьют родителей своих. Это из-за их своих плохих самскар. Но родители не обижаются. I cannot throw you out. You are speaking all rubbish, so I can throw you out. Merciless, not that. Not that. I can give you chance. И также гуру Вайшнава не обижаются, дают шанс нам. А если мы слишком привязаны к асатсанге, то тогда это уже чересчур. Поскольку у гуру Вайшнава нет времени, жизнь она очень коротка, по крайней мере, несколько преданных во всем мире. Если они смогут понять это Шуддабхакти, то и взять свет моего учения, этот свет может сиять дальше. Это огонь Шуддабхакти, Сиддханты, он может продолжать быть дальше. Я не могу прекратить поток этого учения, это Бхакти Сиддханта Вани. Я не могу позволить прекратиться этому учению. И также из шастры мы знаем, что нет ничего более опасного, чем асатсанга. Нет ничего более опасного, чем асатсанга. Что говорит о Рададасе, многие даже основы не знают, что асатсанга, она очень опасна. И она может стать причиной нашей смерти, но... Кто-то пытается думать о каком-то Рагануга Баджане, но не знают, что асатсанга – это большая проблема. И вот асад. И вот из шастры, из Бхагаватам, и не позволяется совершать асатсангу. Это не наша цель совершать асатсангу, поскольку асатсанга может...
Она может скинуть нас в океан страдания. И вот из-за этой асатсанги мы можем потерять все, даже если у нас есть какие-то качества, достоинства, например, у кого-то какая-то мягкость в характере есть, сострадание, это может уйти все, поскольку асатсанга значит, вы теряете все хорошие качества. Поскольку лицемерные люди в форме смирения, и вот это лицемерие, двуличие всегда скрывает абсолютную истину. И пытается отобрать все, даже последнюю одежду. И вот из-за лицемерия можно потерять все на духовном пути. И вот из-за асатсанги можно очень сильно деградировать. To attain one function, big function, to take everything, they cannot make, you know, they cannot maintain standard of the sava, they cannot maintain the standard of prasadam. И если мы посещаем какие-то собрания, то нельзя посещать те собрания, где не могут поддерживать, какие-то высокие стандарты во всем, а только раздают какую-то еду и сладости. Это не цель сатсанги. Но можно видеть иногда, что обусловленные дживы, они следуют своему беспокойному уму, и поэтому так получается, что они совершают асатсангу так же, что я могу сказать. И вот Махарадж пример приводит, что если один пациент лечится сразу у 10 докторов, то это большая проблема, поскольку в результате такого лечения, вероятнее всего, он помрет. И во времена Шрилы Прабхупады такая процедура была. В то время ученики Шрилы Прабхупады, те подлинные ученики, как Бхакти Гаурав Вайканас Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Веданта, Бхакти Праджан Кешава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, и вот или Бхакти Вивек Бхарати Махарадж. У них Шрила Прабхупад был уверен, что ту Сиддханту, которую он говорит, они будут обсуждать ее, но сейчас гарантии нет, кто кому следует. Если я не смог доказать, что я следую Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру, то вы можете выкинуть меня. Я объявляю открыто. Я открыто говорю и провозглашаю, что если вы обнаружите, что я не следую Шриле Бхактивинода Тхакуру и Шриле Прабхупаде должным образом, то вы можете отказаться от меня. И в то же самое время я прошу вас следовать той же самой процедуре. А почему вы не готовы следовать ей? Если вы идете на какое-то собрание, сначала нужно выяснить, следуют ли они Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру, и тогда можно посещать такие собрания, иначе я пытаюсь вам как-то помочь, даю сердце и душу, чтобы как-то защитить вас, чтобы хотя бы один поток Шуда Бхакти после смерти моей остался на этой земле. Но вы, как если это прерываете это, то я не могу позволить этого. Даже можно вспомнить, вы должны слушать Харикатху из чистого источника. Шрила Прабхупад снова и снова говорил об этом, но многие забывают об этом, что должны слушать Харикатху из чистого источника, а не из оскверненного.
Много раз ранее я говорил о том, что описывается в этой шлоке. Перед тем, как... Радхадаса Шрилы Прабхупады для многих, даже для некоторых его учеников, она не была понятна. Радхадаса Шрилы Прабхупады была очень сложна и сокровенна. Даже некоторые его ученики, даже можно сказать, большинство из учеников, они не смогли осознать и понять это. Они превратно поняли Шрилу Прабхупаду. И как можно ожидать, что... На всех собраниях могут говорить о какой-то абсолютной истине. И поэтому, если меня приглашают, я в большинстве случаев отказываю и не посещаю никаких собраний. Можно вспомнить, что Шрила Прабхупад Бимала Прасад Сарасвати, он отправился в Мурсидабад на собрание на Дарма Сабху Раджи Масиндри Чандри, но я не знаю, было ли это Дарма Сабха или Адарма Сабха. Я вот тоже сомневаюсь, что многие собрания под именем Дарма Сабхи занимаются совершенно другим. Если вы можете доказать мне, что после посещения такого собрания вы обрели бхакти, то тогда я готов отказаться от моего положения, которое дал мне Гурудев, но вы не можете это доказать. Такая чистота, которую поддерживал Шрила Кешава Госвами Махарадж или Сиддхартха Госвами Махарадж, а потом все, к сожалению, деградировало и осквернилось. Кто может все это поддерживать? К сожалению, все идут на какие-то компромиссы, как какие-то политики. Но компромисс значит оставить что-то плохое и принять что-то, оставить что-то хорошее и принять что-то плохое. И вот это значит компромисс. Но на пути чистой преданности никаких компромиссов не может быть. Радхарани, она никогда не идет ни на какие компромиссы с Чандравали. Радхарани никогда ни с кем не идет ни на какие компромиссы. Для нее это невозможно. И поэтому для Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Кешава Госвами Махараджа, для тех, кто по-настоящему Рупануга Бхакта, для них это невозможно. Через этот пример, который можно понять то, что я хочу сказать, и после этого я буду говорить о сокровенных вещах Радхадаси, иначе вы будете думать какую-то ересь о Шриле Прабхупаде, это плохо. И вот Раджа Махиндра Чандра, он не был плохим человеком, но общение его было очень плохо. У него было много всяких друзей, таких негодяев, и вот они пригласили Шрилу Прабхупаду говорить Харикатху. Вот он отправился на электричке туда, я тоже езжу на электричках. И вот смотрите, там, когда это собрание началось, Шрила Прабхупаде дали слово, но через 5 минут народ начал кричать, что остановитесь, не хотим слушать такого. И Шрила Прабхупад прекратил и ушел с этого собрания. И вот если мне не позволяют говорить о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, такой дух не каждый может это позволить. Вот во Вриндаване, например, я знаю, люди некоторые получают какие-то титулы, даялу, крипалу и прочее, за... Articles, everything, so you will have to, I can sell this
coupon to you, you have to give me 1500. This is the standard of this now. Махарадж говорит, что сейчас стандарт баджан этих стандарт баджана и стандарт дхарма сабхи очень сильно опустился, что люди идут только там поесть и все. Ну и получить какие-то подарки, пожертвования и все. Those who are foolish, number one, they are going to attend the Radhikatha. Бенугита, Расалила. Иногда можно видеть, что некоторые преданные даже ходят на собрание Майавади. Если я скажу им, они обидятся, но нет у меня времени с ними спорить. Если хотят помирить, пускай идут и помирают. Что я могу сделать? И вот перед тем, как куда-то идти, на какое-то собрание, нужно выяснить, кто там, что говорит. Но, к сожалению, многие даже этого не знают. Если Гуру Махарадж даст нам мантру Камагайатри, например, если мы искренне, то мы получим милость силы Прабхупады Бхактивинода Такура, и тогда мы сможем в какой-то день почувствовать Расататву. Но для Рамананди Саду Ачари, например, даже как можно понять чувство Шримана Махапрабху, это невозможно. Если он говорит об этом, а кто-то слушает, то это глупость с начала до конца. То есть даже теоретически он не может это понять, а тем более говорить об этом. И можно видеть, вот, во Вриндаване, в частности, цитируют Шикшаштаку, например, и глупые люди думают, что там о чем-то отдельном говорят. Хотя, опять же, если посмотреть даже на те мантры, которые этот спикер повторяет, и сам так... Тем более, если он с другой сампрадайей, он не может получить, поскольку повторяет совершенно другие мантры, которые совсем не связаны с Махапрабху и его лилой. Ну, иногда можно наблюдать, когда люди, которые даже основ баджана не знают, уже говорят о Рагануга или Рупануга баджане. Это очень глупо. И вот скоро Пурушоттам Врата и Картик Врата начинается. Я буду говорить подробно по многим темам. И вот Шрила Бхактивинода Такура пишет таким образом. Сей фол нилоке дурла, койтове ванчана матро, хау аге джоггу пачо, таве прем хайве шула. Бхактивинода speaking. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, что Кришна према самая драгоценная, самая редкая, она недостижима в этом материальном мире, практически невозможно ее обрести. И пример с золотом приводится, если его долго плавить, жечь, то оно станет чистым, все примеси уйдут. И также Кришна према, она практически труднодостижима. А если я обманываю себя, это склонность к обману дживатма, они обманывают как других, так и себя. Они хотят доказать, что я Рупануга Бхакта, но даже основы не знают. И вот если вы следуете какому-то неправильному пути, неправильному сиданту, говорите, тогда вы можете пасть на такой уровень, что никогда не сможете вернуться с этого уровня. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, что вначале мы должны доказать свое качество. Вначале всего мы должны показать свое качество, достоинство. Если мы это сможем сделать, то тогда автоматически мы получим. Сверху мы получим помощь Шрилы Прабхупады, Рупа Госвами, они позволят нам все. И это зовется Рададасия. Как можно знать, что кто-то уже находится на пути Рададасии? Как мы можем узнать, что эти Джатила, Кутила,
Аял Гоша не могут потерпеть такого человека. И вот это один из признаков Камса Джарасандха, они тоже не могут потерпеть этого. И вот и такие персонажи, и люди подобные им, они не могут потерпеть сиддханты, которые проявляются на пути Рададаси. Или как вот, можно видеть на примере жизни Шилы Кешава Госвами Махараджа, что он предостерегал своих учеников от посещения каких-то определенных мест. И вот Раджамат Хиндрачанда, когда позвал Шилу Прабхупаду, тот не был готов говорить Харикатху, но пришел, чтобы выразить почтение этому царю, но постился. И это называется Рададасьям. Вы не можете даже представить, даже во сне, что такое Рададасья. И вот через три дня Шрила Прабхупада вернулся в Майпур, и только тогда он принял воду и прасад, и это называется Рададасья. Но, к сожалению, многие заняты какими-то компромиссами со всеми. Я еще один пример Рададасьи могу привести, очень такой прямой пример. И вот очень это обширная тема. Рагунат Дас Госвами, он совершал уникальный баджан, всегда плакал, молился лотосным стопам Радхарани все время. О, Деви, пожалуйста, забери меня к твоим лотосным стопам. Пожалуйста, позволь мне достичь твоих лотосных стоп, иначе я обречен на смерть. Я только, я твой. И, пожалуйста, прими меня. Без тебя я не могу жить, я умру в любой момент, могу умереть в любой момент. Пожалуйста, позволь достичь твоих лотосных стоп, о Радхарани. И вот Рагунат Дас Госвами, он не говорит лотосных стоп Кришне, что он хочет достичь. Он очень умен, он молится лотосным стопам Радхарани, поскольку Кришна может обмануть, у него есть качество такое двуличие. У Кришны Кришна может обмануть Рагунат Дас Госвами, поэтому говорит, что если в один из дней я обнаружу, что Кришна зовет меня, иди сюда, о Саки, то я не смогу пойти. И поскольку Кришна может обмануть меня, нет гарантии никакой. Если кто-то скажет, что твой Кришна там, иди там, Кришна, то Рагунат Дас Госвами говорит, я не смогу пойти туда. Но если мой Господь, моя госпожа Радхарани, да я мой, кто есть Гуру Кришны, она позовет меня, что здесь мой Кришна, то тогда я достигну того места быстрее, чем скорость звука ветра. И вот подобно ветру я могу пойти туда, поскольку мой мастер Радхарани говорит, что Кришна там, и это зовется Рададаси. Как можно понять это? Если мы заняты какими-то материальными вещами, умом, телом, то когда и как мы сможем понять это? Кто-то занят сохранением каких-то денег и прочими вещами, но эти деньги могут убить вас. Займите их в чем-то полезном. Чистые саду, если у них им приходят какие-то деньги, они занимают их в служении,
они печатают книги и еще делают что-то полезное нам. Но сейчас, к сожалению, можно видеть, что современные так называемые саду этим не занимаются, и как можно ожидать рададасю в их жизни, это просто смешно. И вот смотрите, Рагунат Дас Гусай говорит, и вот чтобы понять рададунгатю, мы должны следовать этой процедуре. И вот другой пример я могу привести. И вот Рагунат Дас Гусай, он ел йогурт, немного йогурта, не йогурта даже, это пахта, раз в несколько дней причем. Он жил на берегу Радакунды. И молился: «О, Радхарани, если ты не сможешь спасти меня, то я помру, поверь мне». Даже тигр там был в нескольких ярдах от него. Этот тигр пил воду из Радакунды, а Рагунат Дас Гусай сидел и молился Радхарани. Санатан Гусай, он увидел однажды и разгневался, что ты должен позаботиться о себе, построй бажан кутир, а тот не хотел ничего делать. И вот в Раджавасе попросили его: «О, баба, пожалуйста, зайдите в бажан кутир свой, мы для вас построим, чтобы хотя бы вас тигр не съел». И вот он, а он был настолько непривязан, отречен, что даже этого не хотел. И вот это пример Рупануга, Рагануга Баджана. Вы знаете, в каком состоянии была Гангамата Такурани. У нее даже одежда была уже старая, вся рваная. Она без еды, без воды. Или Джанавамата Такурани. В каком состоянии она совершала баджан, какое было ее настроение, как мы можем сравнивать ее с нами, или Хималата Такурани, Шринивасачарья, жена вроде ли, ну кто-то, родственница какая-то, в общем. И вот эти великие преданные в женском теле, они за пределами правил и предписаний, их ум, он уже превыше всего, их душа, и поэтому великие цари приходили слушать харикатху от них, и их сердце таяло. И тот Рагунат Дас Гусай, он жил на берегу Радакунды, находился там день и ночь, и вот Рагунат Дас Гусай, вы знаете его. И вот эту шлоку, когда я могу объяснить, когда-то уже раньше объяснял. И вот он говорит: я не был готов принять этот нектар, но этот великий гуру Санатан, он хотел поймать меня, и силой он угостил меня каплей этого нектара. И после этого я почувствовал этот великолепный вкус. И вот Рагунат Дас Гусай говорит, вот его день явления или ухода скоро будет, и более подробно буду говорить об этом. Но сейчас я хочу сказать, что такое Рада Анугати, Рада Даси. И вот когда Рагунат Дас Гусай, может завтра я смогу говорить об этом, и вот когда он сказал, что я всегда хочу обрести твое служение как служанка, я хочу получить служение не как, как даси, не как сакхи, как служанка, не как подружка. Удая мой, я хочу жить как твоя даси. Я об этом буду завтра говорить. И вот Рагунат Дас Гусай, он ничего не ел. В Раджавасе они были очень беспокойны, и
они знали, что Баба есть только там, не йогурт даже, этот пахтует йогурта. Немного ест, это не каждый день. И вот один в Раджаваси, он решил отправиться, хотел, в общем, на листе приносят, и вот он брал один лист, это, не лист, этот, емкость из листа. И вот он такую чашку из листа принимал одну, и вот тут пошел сорвать лист побольше и сделал такую здоровенную чашку из листа, положил йогурт туда и пахту точнее. А тут спросил, откуда такой лист здоровый принес, и Раджаваси сказал, а вот пошел в Сакистали и там это здоровый лист сорвал, и Рагунатас Гасай, он взял это и выкинул этот лист с йогуртом, уходи прочь, ты пошел туда, чтобы взять большой лист. Они против моей госпожи Радхарани, это место Чандравали, а ты лист оттуда принес, и как я могу есть оттуда что-то, я лучше помру. И вот Рагунатас Гасай выкинул этот лист с йогуртом, и вот теперь вы понимаете, и что такое Радхадасья, даже если какое-то малейшее осквернение этикета там или еще чего-то, те, кто на пути Радхадасья, не могут этого потерпеть, Шрила Прабхупад не может потерпеть, или Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот и вот если даже малейшее осквернение есть и нету там подлинного следования Шрилы Прабхупаде, может какой-то знаменитый известный ачарья там будет, но если мы обнаружим, что нету там следования Шрилы Прабхупаде, то нету смысла нам ходить туда и какие-то отношения с ним иметь. Я хочу жить один во всем мире. Это значит, что внутри я могу получить общение со всей Гурваргой, и это такой случай. Я уже сказал, что эта тема очень глубока, очень тонка, то, что вы не можете осознать даже. Рагунатас Гасай, он когда оставил дом, достиг полушотам кшетры, то Махапрабху дал ему Гунджамалу и Гирирад Шилу. Я могу объяснить в один из дней, не сегодня. Почему Махапрабху дал ему Гунджамалу? В чем смысл и Гирирад Шилу? Какого значения этого? И вы знаете, Рагунатас Гасай, его отец и брат его отца, Какаджетха, старший брат отца, они очень беспокоились, что их единственный сын ушел из дома. И они были очень богаты, кстати. И они были богаты, как и Индра. У них было бесчисленное богатство, сравнимое только с богатством Индры, говорится так. И вот там говорится. А жена его была красивее Апсары. Настолько прекрасно и настолько много богатства было в его доме, но все же Рагунатас Гасай, он не чувствовал ни капли влечения к этому, и это зовется Гора Анугатия, это зовется Радхадасья. Его сердце и душа уже были проданы лотосным стопам Гуру. Я не говорю, это описывается там.
мать она плакала и звала, почему же ты сына нашего на цепь не посадил? Это наш единственный сын, он ушел из дома, как я могу жить дальше? Мог бы на цепь хотя бы посадить его. Вот она мужу жаловалась, отец Рагунатха сказал, он тоже плакал, но более разумен был. И сказал, мы настолько богаты, что как Индра, и его жена подобна Апсаре, даже лучше, чем Апсара. И это самая сильная привязанность, самая сильная кола в этом мире. И если это не смогло удержать Рагунатха, то как ты думаешь, что какая-то цепь или веревка его удержит? Это невозможно. И вот так сказал отец Рагунатха. Дорир бандхане дхаре ракхибеке. How you can expect that you can keep? И вот он сказал, как ты можешь надеяться, что можем Рагунатха цепью привязать, если его ум он полностью отрешен от этого материального мира. Даже такая прекрасная жена и такое огромное богатство не смогло удержать его, и что толку? И это называется Гоура Анугатия. А подлинная Гоура Анугатия значит Рададасия. Те, кто смогут понять из сердца Гуранги. И поэтому я хотел сказать, это очень важно. Рагунат ушел, значит, его отречение было совершено. Because already those seva, those who are doing seva, overflowing seva, they have no time. If day and night they are going to do seva, they cannot complete. I express doubt even after my death, how they can complete their seva. And still they are going to put them in again their own seva to them. They are going to, where you can do this seva, how they are properly, they know already Maharaj doing this kind of seva, they cannot help me, but they can put some interruption. They cannot help me financially, any, they can keep their money. If they get information that Baba getting some scope for Harikat, they can make some problem so that Baba cannot. I know. Махарадж говорит, что есть люди такие, что и помочь не могут, но мешать только могут. И вот таким образом, те, кто находятся на пути Рададаси, те, кто следует настроению Гуранги Махапрабху, они показали свою преданность лотосным стопам Гуранги, то такое, то неправильные сиддханты, неправильного поведения мы не можем ожидать от них. Махарадж, come on! The father and the elder brother of his father, of Raghunatha Goswami, they are doing so huge seva, huge. Но смотрите, отец Рагунатха и его старший брат, они очень много служили. From long time. Вайшнава севу совершали в Навадвипе, в Шантипуре и прочих местах, столько присылали всего, но все же Махапрабху не мог сказать о них, что они чистые преданные. Махапрабху никогда не сказал так, и я тоже ни за какую взятку не смогу сказать о ком-то, кто чистый преданный. То есть Махараш ни за какие деньги не может сказать о ком-то, кто не является чистым преданным, о том, что он чистый преданный. И вот Махараш опубликовал много книг на бенгали, на хинди и написал жизнеописание многих преданных, не хочу всех называть. И даже сейчас, если вы можете, придете ко мне, я могу показать вам, что все мадхукари, которые я получал, я использовал их для служения, для публикации. И это
Ачью Махарадж написал одну книгу, жизнеописание какого-то вайшнава, но все подготовили уже, но так и не опубликовали, а потому что те, кто попросили его написать это жизнеописание вот этих или иных вайшнавов. А потом они посмотрели, когда эту книгу, то ну вот эти люди, они, в общем, передумали. They wanted to prove that we are the sevak, only sevak of Gurudev. So they thought that if we request to write about the, our Gurudev, Ну и смысл в том, что попросили Махараджа написать о их Гурудеве, то Махарадж только вот о нем и писал. Люди думали, что он их заодно их прославит, но Махарадж такого не сделал, поэтому они передумали печатать вот эту книгу. Вот Махарадж написал книгу Кунджа Бихари Видьябхушани, его жизнеописание, но they didn't think it to pray because there was no glorification for them. That book is there. Ну, в общем, эти люди, которые попросили написать эту книгу, они так передумали на последнем этапе. И вот можно видеть, что многие заняты братишкой, а кто заинтересован в себе. И вот Махапрабху не получал никаких взяток ни от кого, он говорил только Сиддханту, и те последователи Махапрабху, они также говорят исключительно ту Сиддханту, которая одобрена Махапрабху. Махапрабху говорит, что вот отец Рагунатха, его старший брат, они не вайшнавы, как вайшнавы. Они тилаки малы носят и как-то помогают, служение какое-то совершают, но Махапрабху никогда не говорил про них, что они настоящие вайшнавы. Они, но не смотрите, много служения совершали. А сейчас можно видеть, что кто-то там даст 500 рупий, например, то такого человека сразу же вайшнавам, причем чистым, объявляют. И вот Махапрабху не одобрял их как настоящих преданных. Махапрабху сказал, они как вайшнавы, они пытаются стать. И Махапрабху Рагунатхер Баба Джетха, they are not actually Vaishnava, they are like Vaishnava. Why? Vishay Vishtar Git. А почему он так сказал? А потому что the stool of material appliances. Material appliances. Mahaprabhu speaking, they are the insects of the stool of Vishay, material appliances. They think it is very good. Ну, из-за того, что они были слишком привязаны к материальным вещам, поэтому Махапрабху сказал, что они не настоящие преданные. Но сейчас всех подряд называют вайшнавами, вне зависимости от их положения. На английском есть пословица такая: A man in need is a friend in need. I learned from childhood. И вот такая пословица, что человек в нужде is a man in need. Friend in need. His friend who is coming in my problem.
Of course I have no problem at present, I am speaking about past. Whereas I requested that которые проблемы у людей, какие-то они пытаются дружить сразу со всеми, кто может им как-то помочь. А когда это все кончается, проблемы не решают свою, то и дружба пропадает. Ну, такая пословица. И вот у Махараджа однажды была такая ситуация, что какой-то преданный с такой плохой биографией, скажем так. И вот он как-то помогал ему, пытался как-то изменить его жизнь, но этот человек был слишком занят в асатсанге. And spoke not speaking, only speaking two times in a day, morning time 2 hours, evening time 2-3 hours. But he is getting facility to collect money from here and there for personal benefit. Oh my God. You know, if people know that I am collecting, maybe they are using my name. Oh my God. Ну, в общем, этот человек под именем Махараджа собирал деньги для себя, потом как-то помогал Махараджу, ну, какое-то время помогал Махараджу, а потом заявил, что нужно ему здание построить, и земли много дать, и то, и все. When I am going to chastise him, he is going to declare that either you can live or I can live. He like to murder me. I request that Maharaj, you like to check him. I have that kind of power to check, you know. But still I request you. He didn't pay attention to my request. That Maharaj is there. He was speaking Harikatha 5 days ago. It's all. I requested Maharaj, you take up the case. When the case was almost out of handle, then I was bound to call DIG Chakravarti, who was here in Harikatha, police department, very big, he used to hear my Harikatha, respect me very much. He came, after that I called him, after that he said, Maharaj, you leave the case with me, I like to send him to jail. I said, Maharaj, no, I don't like to sell anybody in jail. I don't like to give punishment. Then what you want? Why you call? Ну, в общем, история запутанная в итоге. Find some solution. Then after that, I am beggar. I was bound to collect 4 lakhs, some 4 lakhs. И вот, в общем, этот преданный потом требовал денег у Махараджи за то, что он служил ему какое-то время, пришлось. Now he is living his life like a servant in a grihastha house, like servant. This is their honor. Ну, в общем, получил свои деньги, которые хотел, и ушел. И живет сейчас как слуга в каком-то доме. Но мы слышали от Шрилы Бхактивинода Тхакура, что когда один Бабаджи Махарадж из Навадвипы каждый день ездил в Кришнанагар, чтобы эти уголовные дела возбуждать против каких-то сахаджиев. И вот потом пришли жаловаться на него, что этот Бабаджи Махарадж никакого баджана не совершает, только ездит и жалуется в Кришнанагар против кого-то. Эти уголовные дела возбуждают, это вот его баджан такой, ни харинам не повторяет, ничего не делает, только вот по судам ходит. И yes. Бхактинат такого сказал, что он, это его харибаджан такой. Вот он повторяет харинам, 12 километров идет в Кришнанагару, 12 назад и по пути харинам повторяет, поскольку он не может потерпеть, что вы совершаете какую-то ересь. You are going to steal some money from воруете the fund из Mandi temple fund. Храма Гуранге. Обманываете всех подряд. Занимаетесь непонятно чем. Воруете собственность вдов.
И Бабаджи Махарадж не мог этого потерпеть, и поэтому и вот он не мог потерпеть, чтобы в Навадвипе такая ерунда происходила, и поэтому вот каждый день ездил, ходил в суд и писал заявление на вас, и, а вы тут сидите в комнате, ничего не делаете, пытаетесь показать, что вы повторяете лакшу или два харинама, но это... Толку от этого никакого нету. И вот Шрила Бхакти Такура научил меня этому, и поэтому я не хочу следовать тем, кто хочет показать всем, что они Тринадапи. Но что такое настоящее Тринадапи, если я не заинтересован в пратиште, если я не заинтересован в какой-то мирской пратиште? То тогда, согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады, у меня есть Тринадапи. Я могу показать это, доказать. И для... иногда можно видеть, что какие-то люди ради малейшей пратишки, малейшей славы готовы продать все, что у них есть. Но это очень плохо, если вы не можете доказать, что кто-то следует Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такура полностью. Мне не интересно, чей это ученик. I'm the disciple of Paramahansa Siddhartha Goswami. I can get some pratishtha. This is not allowed. Еще нельзя прикрываться именем Гурудева, чтобы получить какую-то славу. Это очень плохо. И как, например, прикрываться именем знаменитого Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шридхара Махараджа, заявлять везде, что там мы его ученик, и это очень плохо. They are enjoying great honor all over the world. So I can take advantage, I can speak, I am the disciple of Paramahansa Siddhartha Goswami. И вот это очень плохо вот говорить о себе, как о ученике какого-то великого вайшнава. У нас нет права злоупотреблять их славой. Если у нас есть такая способность, вы докажите, что вы следуете вашему Гурудеву Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такура. Это вы должны доказать. Если можете доказать, то вы можете слушать Харикатху, я приглашу вас. Почему я не хожу, а не хочу основать какое-то общество, поскольку много обязанностей появится, не будет времени говорить Харикатху, думать о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре. Хотя совершаю много служения, но все-таки другие какие-то обязанности, если придут, то не будет времени всем этим заниматься. А если кто-то критикует меня, недоволен чем-то, то будьте уверены, я не изменю своего пути. Во времена Шрилы Прабхупады так много его учеников, они неправильно поняли его. Я также говорил о Гауранге Махапрабху. Гауранга Махапрабху говорит Санатане, если кто-то совершает баджан Кришна, и Кришна ожидает какое-то материальное благо, и вот Кришна говорит, зачем он будет давать своим преданным какие-то материальные блага, даже если они просят их лучше, он даст чаранамриту, нектар, который исходит из его лотосных стоп. Лучше он позволит преданным пить этот нектар, и тогда
они смогут изменить свое настроение автоматически и не стремиться к каким-то материальным наслаждениям. И это обязанность Гурудева. Какова обязанность чистого саду, чистого гуру Вайшнава? Так или иначе, он может позволить нам испить нектар, то, что Рагунатас Госвами сказал. Чтобы понять Рададасю, настроение Шрилы Прабхупады, нужно понять настроение Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа. Иначе мы не сможем понять. В Мадрасе было большое собрание Шридхара Госвами Махараджа и Мадхава Госвами Махараджа, они проповедовали там. И вот они не смогли там ничего сделать, но потом как-то какой-то человек богатый нашелся, Дарма Сабху организовал, но пригласил всех, и Майавади, и Вайшнавов, и Мадхава Госвами Махараджа, и Шридхара Махараджа, и вот всем дали возможность говорить Харикатху. И вот после этого, когда саба кончилась, этот богатый человек со смирением сказал: «О, Махарадж, вы должны поесть, мы тут организовали тут и Майавади». Вот там просад такой, не вегетарианский был. Эти Майавади с Иксивай-Миси и все подряд ели. А Мадхава Госвами Махарадж сказал, что мы... А вот тот человек обиделся уже, что тебе отказываются от просада, от еды. Точнее, и Мадхава Госвами Махарадж Шагри Брамачари сказал, что мы не можем такое есть. Почему? Как это? Ну, потому... Они что, не саду, что ли? А вы тут только саду, что не едите ничего. Они что, не саду, что едят все подряд? А Хайгрив Брамачари со смирением сказал: «О, вы неправильно поняли меня. На самом деле они саду, а мы не саду, и поэтому мы не можем есть все подряд, то, что тут раздается. Я не говорю, что они не саду, они саду, а мы не саду, поэтому не можем есть это, и поэтому нам Гурудев сказал не есть все подряд, поэтому не обижайтесь». И это зовется вот Рададасия. Как вот одурачить людей, чтобы спастись, и чтобы люди еще не обиделись. И вот мой Гурупад Падма Парамхамса Горки Шаурдас Бабаджи Махарадж много раз говорил мне, Шрила Прабхупад говорит это: «Мой Прабу сказал, что весь мир хочет одурачить тебя, они не позволяют тебе совершать идеальный харибаджан, но ты должен обмануть их и совершать свой харибаджан достойным образом». И вот и любой ценой занять себя и других в харибаджане, это есть Рададасия. When Keshava Goswami is speaking, when Sridhar Goswami Maharaj giving title to some Maharaj, и когда Шридхардев Госвами Махарадж дал титул одному Махараджу, вайшнавы, они очень разумны, они знают как. И вот в Англии было собрание одно,
Шрила Прабхупад знал, что если мы не That's why Prabhupada speaking like businessman. They have some business interest. И вот Шрила Прабхупад, он как торговец, он решил, что нужно приманку какую-то сделать, чтобы люди привлеклись и почувствовали какой-то интерес, чтобы организовать это собрание, и тем временем мы сделаем что-то для них. И вот Шрила Прабхупад очень умен и хитер был, и вот какой-то Махарадж проповедовал по всему миру, и я слышал, что Сиддхартха Госвами Махарадж дал ему титул Шактьявеш и прочее. Я вопрос хочу задать, что значит Шактьявеш? Шактьявеш Чи Шрилы Прабхупады или Хари Чи Авеш? А что Махарадж хотел сказать? Махараджа не было, но он вдохновил меня. Я сейчас понял. Это Рада Дасья. Я могу объяснить, даже Шрила Прабхупад хотел дать большой, великий титул какому-то своему ученику, но этот... И вот какие-то из бывших учеников Шрилы Прабхупады, они писали, что Шрила Прабхупад, он дал им однажды звание, титул, но... Но за этим стоял какой-то смысл. Вот как, например, когда Сиви Роман был приглашен на симпозиум Гаудия Матха, это тоже Рада Дасья. Когда Шрила Прабхупад, он заказал какую-то невегетарианскую еду из Гранд, из отеля для лорда Андерсона, который был приглашен. И это тоже была Рада Дасья, но не все могут понять. Кто-то может говорить какую-то ересь о Шриле Прабхупаде, но не понять его настроение, что хотел Шрила Прабхупад сделать и сказать. Много его учеников неправильно поняли его. И как кому-то он давал какой-то прекрасный титул, но они ушли, оставив Шрилу Прабхупаду. Разве Шрила Прабхупад был слеп и не мог увидеть, что будет в будущем, когда Шрила Прабхупад говорил, давал какие-то титулы таким людям? Но мы знаем, что такое настоящая Рада Дасья. Как Шрила Прабхупад вынужден был говорить так или иначе, как Шридхар Махарадж говорил, делал, кто-то говорит, что кто-то что-то говорил против Шрилы Прабхупады, но тому дали какой-то титул. Но вопрос, если Шактьявеш Шрилы Прабхупады была с ним, то она может была, и тот смог что-то сделать и достичь успеха какого-то. Если проповедь происходит и читание Махапрабху проповедует перед кем-то, то я тогда не могу ожидать, что какие-то анархи будут в его жизни, это зовется проповедь. Если Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж проповедует мне, и если действительно это подлинная проповедь, совершенная Шрила Пури Махарадж мне, то как это возможно, что анархия остались в нас? Это значит, что мы не смогли принять всю его проповедь. И проповедь, значит, вы должны утвердить Кришна Бхакти внутри сердец других. Можете ли вы доказать, что вы смогли утвердить Кришна Бхакти? Если да, то как это возможно, что все ученики занимаются непонятно тем, что не одобряются писаниями? Шрила Прабхупад может прийти во сне, может он сможет передать какую-то силу. И Шрила Прабхупад также дал силу и к Сувиноду или Ганешу.
но что они сделали. Это значит, что Шрила Прабхупада неудачен в своей ачарьятве. Что вы хотите сказать и почему говорите так? Почему это общество или какой-то ачарья, который вроде бы проповедует по всему миру и говорит, что Шрила Прабхупада создал одно общество, которое потом развалилось, и даже нету смелости назвать это общество по имени. И тем более говорите, что это общество развалилось. Разве Шрила Прабхупада был материален, и его общество материально, и таких людей нет связи с Гаудия Матхом, иначе как это возможно говорить так? И такие люди только говорят о том, что они ученики Шрилы Прабхупады, чтобы получить какую-то славу и все на этом. И даже не могут даже признать, что их угодов Шрила Прабхупада – это разве Сиддханта? Если вы идете к какому-то адвокату, спросите, что то такое, этот адвокат, он арестует вас очень... Такая Сиддханта очень... Если кто-то что-то говорит, я не могу это признать, поскольку я следую Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру, это тоже Радха Дасья, которая показана Сиддхартхой Госвами Махараджем. Будьте осторожны. Гауди Вайшнавы очень умные, если я признаю, что какие-то его ученики могут прийти ко мне, я расскажу им подлинную Сиддханту. I can go and at least speak something about Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Then I can do some Radha-dasa. И на каком-то собрании я также могу говорить о Шриле Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати. И чтобы понять настроение Шрилы Прабхупады и его Радха-дасе, то мы должны понять. Махапрабху rejected the rice of the rice. Как смотрите, Махапрабху отказался от того, чтобы принимать рис от отца Рагунатха Даса Госвами. Он сказал, что есть рис, который дают наслажденцы, те, кто привязаны к материальным вещам, то это оскверняет ум и сердце. И тогда нельзя помнить Господа и говорить Харикатху. И вот много учеников Шрилы Прабхупады, они превратно поняли его. Вот кто-то не понял, зачем Шрила Прабхупада заказывал еду из Great Eastern Hotel'а. И поэтому я сказал, что Шрила Прабхупада говорил, что он может опуститься на любой уровень ради проповеди читания Вани. И это подлинное настроение Радха-дасьи. Когда я говорил, и Шрила Прабхупада говорит, что весь мир против меня, то я не изменю свои сиддханты. И это зовется Радха-дасья. Вы можете какие-то шлоки из говорите из Уджала Ниламани и пытаетесь обмануть меня, показать, что вы Рагануга или Рупануга Бхакта. Нет, если Шрила Прабхупада или Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Шанта Госвами Махарадж был, там они бы разгромили наши превратные убеждения. Они показали бы, что это все неправильно, то, что мы, то, что говорят такие люди, но, к сожалению, их нету. И кто вместо них
может показать нам, что есть что на самом деле. Шрила Прабхупад ушел, Шрила Кешава Госвами Раджа, Шрила Дхармакарадж ушли, и они никогда не говорили никакой превратной Сиддханты. И как это возможно? Те, кто вечные спутники Гауранги Махапрабху, как это возможно, что они говорят неправильную Сиддханту, и это подлинная Радхадаси? Сокровенная Радхадаси. I can get this kind of scope. There's one kind of topmost Radha Anugatha. Radha Anugatha, Radha Dasa, what kind of big theme? Radha Anugatha, Radha Dasa, это нечто великое. Просто говорить какие-то слоки из Уджала Ниламани. То этого мало, а Шрила Кешава Госвами Махарадж может обличить нас и представить нас в подлинном виде, что быть Рупануга Бхакта это не так просто. И вот какие-то люди в комментариях читания Чайтамрити пишут, что Гауди Мат развалился и ничего не осталось от него, но это глупость. Пускай на себя посмотрят, они не знают, что такое Гауди Мат. Они вне Гауди Матха, а просто какие-то майвади. Это можно доказать, если бы они были действительно в Гауди Матхе, почему они действуют так, а не иначе. И вот мы должны понять это, какое терпение должно быть. И если если весь мир будет против меня, я все равно не изменю свои сиддханты. И это зовется Радхадасья. И таким образом большинство из... И вот какие-то ученики Шрилы Прабхупады, они, хотя, несмотря на то, что получили какие-то титулы от Шрилы Прабхупады, все равно впоследствии оставили Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупад плача говорил хорошо, они слышали что-то. Так много харикатхи от меня. И после этого они оставили меня и ушли. Может, я недостоин, поэтому они оставили меня. Они думали, что им нужно уйти и пойти в какое-то другое место, чтобы там милость получить. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот услышав много харикатхи, как это возможно, если они получили милость Шрилы Прабхупады, как это возможно для них оставить Шрилу Прабхупаду и уйти, как это возможно для них писать что-то против Гауди Матха и Шрилы Прабхупады. Вначале всего, И вот, в общем, был один этот знаменитый философ, и я тоже вынужден признать, что его даршан был очень могуществен благодаря силе Шрилы Прабхупады. Он буквально был сактивеша аватарой, он получил силу от Шрилы Прабхупады, он говорил прекрасную сиддханту, но потом этот человек, кто писал прекрасные статьи во времена Шрилы Прабхупады, он получал, он, публика была восхищена им, и потом как стало возможно, что он оставил Шрилу Прабхупаду, разве Шрила Прабхупад был слеп и не смог понять его сердце, что он оставил Прабхупаду, не только оставил, а еще потом. Он, этот человек во времена
Шрилы Прабхупады писал прекрасные книги, написал Ачинтья-бедабеда Татву, Ачинтья-бедабед... Ачинтья-бедабед-бад, you don't know Sanskrit, Bengali, some of you, if you know, can understand, surely. А еще Шрила Прабхупад не позволял слова «Ачинтья беда беда вада». Шрила Прабхупад не любил очень это слово «вад». «Вад» значит «виват». «Вад» значит «изм». И если какой-то мы «изм» утверждаем, то противоположное что-то может быть. Как, например, если коммунизм есть, то и капитализм есть. И любое слово, ну, какая-то противоположность может быть. И поэтому Шрила Прабхупад не любил это слово «изм» и «ват». И поэтому не «ачинтья беда бед ват» он не мог потерпеть такое слово. Поскольку если «ват», то и противоположность этому должна быть. Bad and be those who are knowing Bengali and Sanskrit, they can understand what I mean to say. Bad mean viva, like day and night. It как день и ночь и то есть это what ism называется, поэтому Шрила Прабхупад предпочитал Ачинтья беда беда татва. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, что мы это слово «ват» не можем использовать, поскольку если «ват» есть, то и «виват» тоже. Какой-то противоположный «изм» может быть, но Шрила Прабхупад говорил, что мы говорим о «чинтя беда беда сиданте», а не «ваде». «Сиданта» значит то, что мы не имеем права изменить, это вечно зеленое. Вечное исходит из трансцендентного мира. Это Ачинтья беда беда Сидданта Вичар. И вот тот человек, который, когда был с Шрилой Прабхупадой, он все писал в соответствии с этим, а потом, когда он оставил Гаудия Матха, оставил все, то этот самый человек, он написал книгу «Ачинтья беда беда ват», чтобы против Сидданты Шрилы Прабхупады. И потом X-миссия это напечатала. И поэтому нельзя меня обмануть. Если вы пойдете в суд, то там можно запросто доказать, что если такие люди, которые говорят, что они за Шрилу Прабхупаду, но печатают книги, которые совершенно против Шрилы Прабхупады, то как это возможно? И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что демоны хотели убить Гаудия Матху, но Гаудия Матху это не материальная миссия какая-то, что они могут провозгласить, что Гаудия Матху развалился, сломался и перестал существовать. Нет, Гаудия Матху он в сердцах чистых преданных, и если вы слепые и не можете видеть, то это уже ваши проблемы. Если кто-то вот заявляет, что они следуют Гаудия Матху и уважают Шрилу Прабхупаду, то как могут печатать такую книгу, которая против Шрилы Прабхупады? И вот Махарадж пример приводит, если есть целомудренная женщина, если какой-то человек, он планирует нарушить ее целомудрие, то это вот... And you went there, already no chastity were there with you, but always still you are open cross. Now you openly prove that you are cross. Lady chastity was not there, I think. Otherwise, why they can accept that kind of invitation?
So this is the situation of the society. Nobody going to obey. They think I am enemy. Okay, let them think enemy. Someday, if their luck is good, еще некоторые люди думают обо мне, что я их враг, но если их удача велика, то они поймут, что я был очень милостив, что мое сердце было полно любви к ним, и поэтому то он хотел спасти нас от огня, и люди не в какой-то день признают это, может, меня уже не будет в этом мире, но я уверен, что когда-то они смогут признать, что я хотел спасти их от огня, от смерти. И что я, хотя внешне, может, они не могут увидеть мои милости, но впоследствии они поймут это. They think I'm cruel because I'm speaking, I'm making operation. Nobody can speak that operation is very sweet to undergo. Ну, никто, вот это подобно операции, никто не может сказать, что какая-то операция очень приятна, но это может быть болезненно, но последствия ее очень благоприятны. You can confess or cannot confess. Кто-то может признать это или нет, это не столь важно, но я пытаюсь помочь вам. Я бесплатно пытаюсь помочь вам. Я не ожидаю ничего взамен. И поэтому я могу говорить так. И я слышал с детства, что благотворительность нужно начинать дома. Если кто-то... You are not going to show charity in your temple yourself in society. You are going outside foreign country to show charity. Если кто-то у себя дома ведет безобразно, но пытается как-то куда-то уехать, чтобы начать там благотворительностью заниматься, но сначала нужно у себя дома разобраться, начать совершать благотворительность, а потом ехать куда-то за пределы. Some of them enjoying kippah, they understand. But all, most of them, they are foolish number one. I can speak all rubbish against them and get some pranami from them. They can think Maharaj, big Maharaj coming. Okay. You can jump into fire. How I can save you? If you are in front of me, then you are going to jump into fire. If I am at all in front of you, I can try my best to save you. But if, when I am not there, then if you jump into again into fire, then how I can save you? How I can save you? Try to maintain the standard shown by Prabhupada. Мы должны пытаться поддерживать стандарт, установленный Шрилой Прабхупадой, иначе Рада Дасия будет каким-то пустословием. Иначе, если мы не сможем поддерживать стандарт Шрилы Прабхупады, это будет просто каким-то пустословием. Not that. Be careful. You know, some of them so foolish. They wanted to see. They someday, you know, when from number one Ultradangi junction. И вот однажды на улице Ультраданги Шрила Прабхупада хотел установить божества. There. After that, so many temples. И вот. Потом множество храмов смогло организоваться, и везде Шрила Прабхупада он называл божеств Винод Пран, Винод Бихари, вот таким образом, со словом Винод. И какой-то из его учеников не мог понять. Он подумал, что неправильно Шрила Прабхупада написал, и поэтому, как они напечатали, и этот редактор... Ну, в общем, подумали, что это может быть ошибка какая-то, и принесли Шриле Прабхупаде на окончательную проверку. Шрила Прабхупада сказал, кто изменил это, кто поменял. И Шрила Прабхупада был очень недоволен, кто сделал это.
и вот нашли, кто это сделал. И Шрила Прабхупад, он ничего не сказал. Он был шокирован, не говорил. Я написал Винод Пран, кто исправил, что... Я написал Винод Пран, не Рада Винод Пран, а Винод Пран просто. Винод это и значит Радхарани. И какие-то из учеников думали, что Шрила Прабхупад, он очень умен, что... А кто-то вот думал, что называет божественную честь своего отца, поскольку его звали Шрила Бхактивинода Тхакур, но Шрила Прабхупад никогда не признавал, никогда не верил в это. Шрила Прабхупад никогда не называл Шрила Бхактивинода Тхакура своим отцом. Он всегда... Он говорил, я вижу полную красоту Радхарани в Шриле Бхактивинода Тхакуре. Он никогда не видел его как своего отца и не называл так. Но какие-то люди называют это так. Даже в Амрита Базар Патрике напечатали эту ересь. И Шрила Прабхупад, он полностью был против этого. И ему было неприятно, что кто-то так подумал. И так люди полностью неправильно поняли Шрила Прабхупаду, если они превратно поняли Шрила Прабхупаду. Кешава Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа, то как я могу ожидать, что люди поймут меня правильно? Я не могу ожидать такого. И вот кто-то из нашей Гурваги говорит, что если мы не можем получить красоту, осознать красоту Радхарани, это естественно, поскольку Радхарани значит Раякара Баякара. Те, кто знает Бенгали, они знают Раякара Баякара. Да, и оттуда, и вот если ро убрать из этого слова, то получится, then it is drop is off, then badha получится. You know, when I am going to erase the drop, ra means if you write ro. Это вот на Бенгале, если эти буквы похожи, Радха и Ба, Ра и Ба похожи, там точка отличается. И вот если точку убрать, то было Радха, а точку убрать станет Бадха, значит препятствие. Раньше Радха было, а сейчас точку брали, получалось Бадха, препятствие. И Бадха потом, если еще убрать это... Убрать черточку, какой-то символ, получится... If I erase the drop, it becomes badha, and from there, if dha, if the upper portion akshi in Bengali, then curve there, curve, you know, one there. If I erase that portion, that sin, that, you know, sign, it becomes baba. Baba получится. So from radha, его из радха, если убрать... It becomes badha, and from impediments, badha, impediments what? Mane darshan impediment. Darshan, your darshan impediment. Impediments of your darshan, mane you are not... В общем, получится препятствие дарсана из-за того, что мы не получаем полной милости Гурдева, из-за этого нет у нас полного видения, и в этом препятствие из Радха получается Бадха, а из Бадха получается Баба. Отец получается, вот эта глупость такая получается. И вот таким образом я узнал от Гурварги,
вроде простая грамматика, но и вот это может стать препятствием. It is one kind of policy of, you know, I am acting as acharya, I am following this kind of policy, I like to make you all blind, so that you cannot see my acharya. И вот так часто бывает, что какой-то ачарья пытается одурачить своих последователей, чтобы они не увидели его подлинное лицо. Что все говорят, что не вайшнавы, и поэтому ничего плохого не могут сказать, если что-то делают полностью неправильно все. И вот моя просьба, если вы хотите стать чистыми вайшнавами, вы или не хотите, а если не хотите стать вайшнавами, лучше уходите и не мешайте. Кто-то к лампхи, пуджи, пратиште, славе, положению стремится к славе. Everybody, pressman can come, take picture. In my life also, different family, but in the here, the four pressmen coming, taking picture, Rupnagar, Rupar, pressmen coming, I don't care. They print it, so what? So, we should not care for that. If I am running for glamour, love, puja, padishtha, И вот если мы стремимся к лабхе, пуджи, пратиште, то только оскорбления накопим. Поэтому лучше просто жить материальной жизнью. Если мы поднимем Харибаджана, увеличиваем всякие проблемы, то это хуже, чем коронавирус. Я боюсь такой ситуации. Какие-то лидеры пытаются распространить эту болезнь непреданности, а бхакти-винодхары. И это очень опасно. Коронавирус может в этой жизни нас убить, но можем другую жизнь получить, но этот вирус неверия может в океан неудач нас поместить. И мне, и что же делать, если я буду говорить на эту тему? Нужно слушать харикатху по крайней мере 108 раз. Каждую харикатху нужно слушать 108 раз хотя бы. И тогда мы поймем, это не наше, это не мои слова. Один преданный вчера сказал, что вот одна харикатха, это как 20 лекций в форме семени. To draw your attention, I am speaking this way. The one harikatha, at least if you hear. И вот, если вы слушаете одну харикатху несколько раз, how I can expect? But if you hear repeatedly, then you can understand. То тогда вы поймете, что я хочу сказать, что Шрила Прабхупада хотел донести до нас, и тогда вы получите такой знак. Эту шлоку я могу завтра объяснять, и тогда вы поймете, что это описано. Вот этот стих написан Шрила Шридхарой Махараджем. И вот мы должны помнить эту шлоку, и также очень сокровенная шлока, чтобы... О Рададасе, завтра я буду говорить об этом, и вот на сегодня конец, мне нужно идти. That javat, javatte mayayas, prishta brahmamo iho karma bhi, davat bhavat prasangyanam, sango shat no bhavi bhavi. Javatte mayaya sprishta brahmamo iho karma bhi tavat bhavat prasangyanam sangu shat bhavi bhavi. Javatte mayaya sprishta brahmamo iho karma bhi tavat bhavat prasangyanam sangu shat no bhavi bhavi. Vancha kalpa durvasya kipasindhu bhavicha pachitanang pavana bhavishna bhyo namo.